в общем-то, оборону против Рейнольдса и оборону против отскоков на чужом щите. Элис делает рывок под кольцо и проваливается там. Элис получает против Бако и готовится обыграть один в один. Как здорово забрать. Лабиринт теперь в соперниках у Октавиуса Элиса. Посмотрим, как получится. Бако пытается подстраховать, но что творит? На своего бигмена передачу. Элис начинает обыгрыш и, ну, тем же самым, по сути, прям суперэффективен. Есть размен внизу. Перкинс смотрит туда. Тайрел Нельсон. Хорошо. Элис попадает этот бросок. Но, опять же, быстрые владения. Это мы видим вновь. Октавиус Элис. Из Екатеринбурга все-таки их команда получает максимальное отставание в этом матче. А это навес и... Их идет. О, кто первый включится в защите, возможно, тот и сможет взять со собой преимущество. Лабери накрывают. Баку там против него. Даглас ищет внизу большого. Октавиус Элис 2 плюс 1. Даглас. Казунов. Элис со средней. 2. Чуть такое ощущение, что с опозданием. Передача уже шел. Элис под кольцо. Теперь против Баку пробует 1 в 1. Октавиус. Два подбора, одна передача, один перехват его исполнении. Глазунов и Элис, он продолжает кормить передачами. Октавиус. Для Баку это личный рекорд в клубном баскетболе по количеству блоков. Ну, наконец-то, Октавиус Элис!